Добрый день, мои хорошие. Помните, я вам все время рассказывала, что у нас красивый двор, вот такие клёны хорошие, красивые, сейчас уже пожелтели, что у нас всегда чистенько во дворе. И что вы думаете? Сегодня ночью слышу хлоп, хлоп, что-то прям такое, ну не знаю, глухие стуки такие. Я вышла на балкон. Двор у нас почему-то ночью не освещается. Поэтому видно было, что что-то сверху упало. Я живу на первом этаже. Надо мной еще 4 этажа. И вот было скинуто вот такие пакеты. Вот один и второй. Сейчас уже собаки все разбросали. Пакеты разорваны, но они были полные. В темноте все равно было видно, что полные пакеты. И видно, они были очень тяжелыми. Вот такие свиньи живут надо мной. Это мои соседи. Познакомиться бы сходить. Что за твари такие? Ну все. Я все сказала. Спасибо за внимание.